Thank you.
вышли во двор пожарить шашлык. А у нас тут дождик капает. Снег, снег был, снег, снег. А тут фигас вам тут. Вот не надо там, Вика. Как назло. Вик, ну куда? Ну она хочет это домой. Вик, не надо. Вторая порция пошла. Да. Угу. Так. А у нас тут в ночи раскраска. Раскраска красоты. А вы на что поглядите? Так, что там? Что? Ой-ой, это какой-то слоник. Красота. Два стражника у нас тут. Так, и вот у нас еще тут сердце. Красивое сердце. Вот такое. Дорогие друзья, вот так вот насыщенно у нас прошел сегодняшний день. Мы накрываем потихонечку наш скромный стол. Особая благодарность моей сладенькой доченьке, моей кошечке. Она сегодня была на высоте, на мамочке, помогла сделать практически все салатики. Я тебя очень люблю, моя кошечка. Будем праздновать с семьей новый 2022 год. От души вам желаю здоровья. Я считаю, что это очень актуально, и это больше всего необходимо при нашей жизни. Пускай исполнится наконец-то, возможно, у кого-то самая-самая заветная мечта. Пускай это будет именно в этом году. Здоровья, счастья, удачи и всех-всех вам благ. С наступающим, а кого-то уже с наступившим новым 2022 годом. До новых встреч. Всем пока-пока.